have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Вон побежал какой-то чувак, побегу, наверное, за ним. Ой, этого чувака едят, я побегу от него. Я просто где-то хожу, не знаю где, но где-то. А что за черный чувак? Я думал, это какой-то мутант, пойду, это не мутант. Пойду зажгу лампу огромнейшую, чтобы все меня видели. Я возле тыквы был, если ты найдешь горячую тыкву, хотя я уже ушел оттуда. В общем-то, да, продолжаем играть в игрушки, которые нам порекомендовали подписчики. Зашли в рейк, который классический, который оригинальный. В общем-то, рейков на самом деле очень много, но вот этот, который мы нашли, у него очень большое количество лайков, очень большое количество игроков в него сейчас играть. Блин, ой. Блин, там оно что-то орёт, не хочу туда, идите нафиг. Я лапу сломал. Чью? Свою. Зачем? Ну, я случайно прыгнул из окна третьего этажа. О, день наступил. А где? Где ты? У тебя тоже день? Я вижу какого-то черного чувака. О, я черного чувака тоже видел, он мимо меня пробегал. Я вообще шугнулся, я думал, что это какой-то моб. Я еще в каком-то ангаре сейчас. Так, ночь кончилась, мы выжили. Я возле... А, в этом, тут такой магазинчик, там чувак с черный сидит. О, там можно купить всякие вещи крутые для того, чтобы спасаться. Погоди, тут нету лобби, получается? Нету. Но лобби это день, все. А вот это, кстати, неплохо. Так, хорошо, я возле... Магазинчика? Да. Я попытаюсь найти магазинчик. Я вижу какой-то домик или это магазинчик. Привет, привет. О, привет. Давай купим вещи. Я не знаю, что тут и как можно купить. Так, давай посмотрим. Карта, компас. Компас, 20 поинтов. Часы. Карта, 30 поинтов. Так, у меня есть всего 100 поинтов. Часы есть. Ой, часы это, чтобы знать, сколько времени. Это хорошо. Знаешь, я, пожалуй, куплю часы. Я тоже куплю часы. И карту. Карту тоже можно. И компас. Что у нас состоит? 28... Вот, я за 20 куплю еще и компас. А это у нас витамины, я так понимаю, чтобы... Стамина, да, стамина, чтобы регенилась. Что у нас тут еще есть? Так. У нас есть вольтметр, есть первая помощь, есть трекер. У, слушай, это неплохо. Слушай, через 40 секунд начнется раунд. А как мне... Ай, а просто отойти от магазина. Ну-ка, нам стой. Надо найти какое-то укрытие. Ха. Такая картинка мутненькая, черно-белая. Ну-ка, вот сюда вот к магазу подойди. Стой, повернись сюда. О, хорошо, хоть какая-то превьюшка будет, потому что лобби здесь нет, от третьего лица я посмотреть не могу. Так хотя бы может быть какая-то картинка. Все, пойдем. Нажми на кью. А? Нажми на кью. Ну, это такое. Пойдем. Но, по крайней мере, так можно увидеть мой крутой плащ. Да. Да, ребят, я прикупил новый плащ, если что, вы можете сейчас увидеть чуточек, как он выглядит. Хотя я думаю, чтобы полностью насладиться видом, вам придется дождаться следующей так, серии. Погоди-ка. Так, что у нас по карте? Мы сейчас в магазине. Магазин сверху. Допустим, смотрим, значит, туда. Я понял, куда нам идти, иди за мной. А нам надо куда-то? Ну, куда-то. Переживите ночь. А когда у меня часы начнут работать? Ой. Ой, реально, часы не работают. Ракетницу кто-то выстрелил. Кто-то включил очки ночного видения. Убери фонарь. Ты палишься. Мы видим, куда да идем. Как я буду видеть, куда идти? Здесь вообще что-то ничего не видно. Аирдроп. Где-то аирдроп скинули. Да, где-то аирдроп. Рик! Рик! Валим! Я буду идти по звуку какого-то электричества. Я возле этого электричества. Ну, относительно. Тут электростанция. Посмотри на часы, у тебя время пошло. О, да, вижу.
Я вижу, какой... Я вижу три скелета возле тыквы. А, черт, 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 ходу, 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 ходу! Вон, я нашел ангар. О, аирдроп! Что там? Что в аирдропе? Черт! Я привел чувака... Я привел этого Рейка к аирдропу, он там убил одного или двоих чуваков. Рик. Сколько? Что? Что, ладно, не что. Я сказала Рик. Рик. Рок. Рик Ролд. Так, что у нас там по времени? Час прошел, хорошо. У меня фонарь перестал работать. А, вот, так. Компас сверху работает. Я хотел сказать, как компас работает. Сверху появляется шкала компасная. О, я сейчас побегу прямо к дому. Так, я в начале. Ой, я слышу Рейка. Его все слышат. Оно рейкает на всю карту. Я прям очень близко слышу. Магазин закрыт ночью. Так, ты где? Я возле магаза. О, значит, я рядом с тобой. Иди сюда, а то мы как-то разбежались, потерялись. Тут какой-то скелет доходяги. Ой, я нашел какой-то домик. Домик. Рация! Теперь у меня есть рация, я могу общаться с людишками. Так, из магазина кто-то хохочет надо мной. Ха-ха, смешно. Закрою я, пожалуй, дверь в этом домике. А, всё. Блин, где бы этот домик? Не трогайте меня, я в избушке. Я в домике. Тот самый случай, когда я в домике, да? Так, что у нас 2 часа прошло. Если ты найдешь прошло. Какой-то деревянный домик, то вот зайди в него. Постучи 3 раза, да. Потом 2 раза, да? Да. Посмотри в окошко, я тебя увижу, открою тебе дверь. Я боюсь, ты испугаешься моей улыбки. Ку-ку. Ты что, совсем ку-ку? Где дом? Тут 2 чуваков ищут дом. Такие, где дом? Так, это ты в доме? Нет, там бар какой-то, погоди. Я сижу в амбаре какой-то... А Бослус... А, это... Base Camp, я понял. Блин, тут там бар какой-то, это не дом, погоди. Я прогнал чувака от моего дома. Так, 5 часов осталось. Нет, ну блин, с часами-то гораздо круче. Ты знаешь, сколько тебе еще нужно, где, чего, зачем. Вообще хорошо. Эта крыса привела ко мне Рика! Черт! Я тут с каким-то... Ты живой, нет? Я живой, я... За мной крыса гонится! Я тут с какими-то 2 чуваками хожу. Так, осталось 5 минут, да. Я иду к электростанции. К электро. Мы пришли обратно к магазину. Блин, нафига? Ладно. Тут Рейк возле электростанции. Значит, Рейк меня преследует? Я не знаю. Я пошел к электростанции, и я слышал, оно там что-то шипит, гудит. Мы близко. Это тыква издает эти звуки? Что в рации говорят? О, башня. На башню можно забираться? Да. Да, прикольно. Я возле магазинчика. Обсервационная башня с скелетом сверху. Получается, я тут заперт, если он меня найдет. Так, а скелет, получается, ржет каждый раз, когда... Ой, не скелет, это тыква ржет... Каждый раз, когда кого-то видит. Тыква умеет ржать? Да. Черт. Ой, я слышу, как кто-то сломал ноги. Я только что с башни упал. Я нашел инвалидное кресло. Не надо. А что, где я? Я слышу какие-то звуки. Там кого-то жрут, я оттуда валю. Меня жрут. Это меня жрут. Блин. Идите нафиг. А Бослус был уничтожен. Блин, чувак, с таким именем... Это звучит как оскорбление. Ты, блин, а Бослус мелкий.
Блин, дайте мне найти одну живую жизнь. Рик! Я вижу глаза Рика. Так, я потихонечку отхилился. Подхожу к электростанции. Ребят, да, те, кто... Вот вы говорили, запиши Рейка, все дела. Игрушка офигеть интересная, но... Насколько интересно вам сидеть и 20 минут втыкать в темный экран? Хотя я попробую все это высветлить, сделать интереснее, но, блин... А меня это может ударить током? Да. Блин, я тогда не пойду. Да, тыква. Каждый раз, когда ты подходишь к тыкве, она начинает ржать. Тут по лесу разбросаны тыквы. Я вижу тебя, я за тебя. Привет. Привет. Вот подойди к тыкве. Слышал? Тыква не умеет ржать. Каждый раз, когда кто-то подходит к тыкве, она ржет. Так можно определить. Я пойду на 300-ку. Так, осталось 2 минуты. Пойдем. Че ты пощемал-то? Может, на 150? Стой, стой, стой! Держи хотя бы половину выносливости. Чтоб, если за мной придет Рик, я мог убежать. Да, чтобы можно было шифтануть от него. Мне кажется, это лучший способ. Одна минута до конца раунда. Что там по рации? Минута 10, да, нормально. Какой-то парень видит Рейка. Вижу волка. Это не отсюда. Я не знаю. Там человеки. Фонарь здесь такой себе. Да, человеки еще не съеденные причем. Ну, недоеденные. Слышал, тыква? Блин, он тут. Ой, Рейк. Он тут! И Рейка бьют. Рейку больно. Я с развороту в дерево врезался. Я хочу смотреть на то, как бьют Рейка. Кого-то съели. Кого? И где Рейк? Можно я в багажнике этой машины пересижу пока что? Как бы машину завалило, черт с ней, но багажник-то целый. Я могу даже его, наверное, открыть. Вон там щель есть. А. Я хочу найти Рейка, его никак нигде нет. Все, 15 секунд, мы выиграли. Скорее всего, если сейчас не случится какого-то глобального звездеца, то мы выиграли. А здесь может случиться глобальный звездец. Я знаю, я поэтому и говорю. Все. Ой-ой-ой-ой-ой, в смысле, Рейк меня бьет даже. О, мы Рейка избиваем. Бей его. Бей его. Подохни. Умри. Так, что там по карте, где я? Ай, куда там магазин, погоди. Как его магазин пещера? Там. А, вон пещера. Блин, музончик тут еще такой реально стрёмненький. А, вот электростанция, значит магаз там от электростанции. О, записка. Я хочу ее прочитать. О. 278, 192, 194. В смысле? Капкан. Вау. Интересно, так, что будет, если наступить на капкан? Давайте посмотрим. Привет, чувак. А у меня есть 123... Блин, 123. Не 100... Есть капкан? 210. 300 за PSP. Ну ладно, это не PSP, это монитор Рейка. Limited. А, за робаксы, понятно. Тоже робаксы. Значит, а, все, что внизу, это робаксы. Спасибо, нет. Погоди. Я думаю, что витаминчики, может быть, взять. Я хочу поднакопить на PSP. Так, что у нас тут есть? У нас есть... А вольтметр... А в чем тут механика с электростанцией? Зачем мне вольтметр? Зачем мне знать, сколько использует энергии электростанция? Это, в общем-то, каждый раз, когда электростанция не работает, начинается глобальный звездец, тебе нужно починить электростанцию. Так, слушай, мне не хватает 2 поинта на трекер. Я буду на трекер копить, потому что, ну, это, по-моему, нужная штука. Да, очень нужная. Так, пойдем искать дом.
Каких-то два поинта не хватает, серьезно. Почему я вижу фонтан крови? 15 секунд осталось. Это не фонтан крови. Ой, я взял себе радар. Смотри, что у меня есть теперь. Теперь я могу знать, насколько близко Рейк. Я взял витаминчики. Так, глобальный звездец начинается. Ну, просто больше ничего, кроме витаминов, не оставалось. Ты забрал, видимо, последнюю стоящую вещь. Используй фонарик. Раньше не было так темно. А, вот, все, нормально. Это просто хэллоуинская ночь. Да, переживи ночь. Ну, пойдем. Если что, ты по радару находишь, я жру витаминчики и убегаю. Такой план. Да. Я слышу, он что-то там пикает. Пика-пика. Домик! В общем-то, бери рацию, будем здесь сидеть до конца. Я взял рацию. А что рация делает? Ну, можешь разговаривать с людьми на дистанции. Я понял. Я слышу, как трещит что-то. Что-то нюхается. В смысле нюхается? Ничего, что тут скелет возле этой рации валялся. Наверное... Забудет, все равно уже грязный. Да. О, там опять Рейка избивают. Ой. Игра убегания от Рейка или сбивания Рейка, напомни мне. Ну здесь, в общем-то, если настолько сильно избить Рейка, то что он разлится, то начинается глобальный звездец. В общем-то, кровавое утро и кровавая ночь. Там такой звездец начинается... Погоди, а чем его избивать? Где мне взять этот электрошокер? Он есть в магазине? В общем-то, аирдропы. В аирдропах ты можешь найти... Что, почему? Что это? Что случилось? Почему? Почему так светло? А он мог выломать эту дверь? Как сказать? Он может проломить крышу, он может проломить заднюю стенку, но не может проломить дверь. Остаемся здесь, как по мне. В общем-то, остаемся здесь. Самое безопасное место в этой игре. В общем-то, никого не пускаю, говорим то, что идите нафиг. Все. А вот это что за рычаг? Не нажимай его ночью. В общем-то, смотри, что будет, если его нажать. Свет! Вырубай! Это если он проникнет, можно его отпугнуть светом? Да, ну, в общем-то, такая комнатка, чтобы совершить глобальный звездец. Блин, я пошел. Пойдем искать электричество. Так, три. Слушай, а может я лучше буду здесь в комнате сидеть и никого не впускать? Давай, я сбегаю за электричеством. Прикинь, чужие люди будут проходить, будет не круто. Тем более электричество совершенно недалеко. Да. Тут ребята уже чинят. Если ты слышишь то, что приходит аирдроп, то нужно искать этот аирдроп, потому что в аирдропе будет тупенько, чтобы совершить глобальный звездец и бить этого Рейка. И там будет фонарик, ультра-супер-фонарик, который будет ослеплять Рейка, чтобы ты мог его бить. Блин, я возле его пещеры. Мне это не нравится. О, где ты? Так, мне получается сюда. Я жду тебя. Вот, я здесь, да. О, я привет. Просто потерял Пойдем. Направление. Сейчас я подойду. Ха. Ладно, заходи. Так, еще полминуты. Все, поехали, начинается каточка. Чё ты делаешь, овца? Погоди, может закрытая дверь тоже потребляет энергию? Да. Все, правильно. Я так и думал, потому, наверное, электричество и закончилось. Дверь нужно закрывать только когда он рядом. Она говорит, что она любит котов, но у нее есть аллергия на котов.
Очень жаль таких людей, у которых есть аллергия. Убери фонарь. Спасибо. Камера! Смотри, тут камера. Да, мама, я в телевизоре. У нее есть трекер. Ну, трекер это, конечно, хорошо. В общем-то, ты можешь накопить на PSP, чтобы ты мог смотреть по камерам. Играть в Соника, там, всякое такое. Чтоб скучно не было. Так, ну, по идее, у меня, наверное, на следующую карточку хватит. Погоди, а при перезаходе в игру обнуляется бюджет или нет? Да. Ай, жаль. Что там по рации? Тут, кстати, такая же механика, как в ФНАФе. То есть закрытая дверь просто сама по себе потребляет энергию. Не то чтобы... Я слышу, как сбивает Рейга. Это плохо. Билли Си Ай. Блин, почему не Билли Джей? Глобальный звездец. Power outage, блин! Нет, это глобальный звездец начинается! Это глобальный звездец начинается! В общем-то... Лоткао. Здесь такой звездец начинается, ты не представляешь, здесь уже страшно пухнет. Стой, стой, стой! Что за фигня? Я же говорю, глобальный звездец начинается, если ты... Run for your life! В общем-то, вот что происходит, если ты сбиваешь Рейка. Начинается глобальный звездец. Как этот. Беги! Так, чувака убили. В общем-то, если ты слышишь звуки наподобие крика, то беги. Так, я под витаминчиками побегаю пока что. Силы нету. А, это одноразовый эффект, черт. Ой-ой-ой. Профаса убили. Слушай, тебе нравятся эти звуки? Беги! Блин, а почему, когда на карте нет электричества, у меня часы не работают? Вы чё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тебе нравятся эти звуки, а? Давай сбежим за карту. Дайте мне сесть в той автобус. Какой-то отдел для багажа. Для багажа. Так. Блин, там Рейка пытается уничтожен. Убить до сих пор. Раса не работает. Ничего не работает, все электрические приборы сдохли. Это потому, что вот эта вот жопа крикнула. И фонарика тоже. Хотя бы карта работает. И компас. О, фонарик работает. Слушай, а может не стоит включить фонарик? Что-то не нравится. Все, не все. Ты получил бейдж в Bloodhour? Мы пережили. Ух. Ты получил бейдж, да? О, а что это такое? Колодец. Колодец? В общем-то, в этом колодце туда тоже может что-то залезть и выйти. А, ночь затащили, неплохо. Ладно, ребятушки, я думаю, что на этом пока что все. В принципе, очень прикольно, очень атмосферно. Да, я понимаю, какие аналогии проводятся с Йетти, но Йетти, он такой более... фановый, что ли, а этот более темный и криповый. Но здесь весело. Да, классный режимчик, нам понравился. Ну, не знаю, мне понравилось. Как тебе? Круто. Да, да, согласен. На этом пока что, наверное, все. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.